приглашение Лиги на конференцию. Это подтверждение наших успехов. Хочу два слова сказать про Лигу, как представители частного бизнеса. Нам всего лишь год. Организовали Лигу 10 энтузиастов, 9-10, 11. За год мы чего-то достигли, и приглашение сюда одно подтверждение тому. Сегодня господин Бровченко говорил о том, что на прошлой неделе он выступал в НАТО. Хочу с гордостью отметить, что кроме Бровченко и руководителя оборонпрома Букина был представитель Лиги оборонных предприятий, то есть было три выступления. То есть его пригласили туда рассказать о видении Лиги, что же происходит. Еще одно важное событие, подтверждающее, что частный сектор сегодня уже что-то значит в стране, и к нему особое внимание, то, что вместе с назначением Бровченко руководителем Международной комиссии туда включили и генеральный директор Лиги. То есть сегодня частный бизнес не только будет работать на благо Украины, но будет пытаться, благодаря этой прекрасной площадке и достаточно длинным уже хорошим коммуникациям с руководителем этой комиссии Бровченко, будет пытаться что-то менять в этой стране. Что менять, есть более чем много. Мне тяжело говорить после депутата Гершфельда, потому что я тоже промышленник, и я на 100% согласен, что он сказал, добавить не так уж много, что есть, но все-таки хочу кое-что добавить. Что есть проблема сегодня и для чего создавалась Лига? Для того, чтобы развивать новые изделия. Вы говорили об этом, что самое важное – это развивать новое вооружение. Кто сегодня вкладывает деньги в это? Только частный сектор. Знаете, только мы. Мы четыре, как началась война, частники. Вот наша предприятие практика никогда не занималась военкой. Мы 3 года вкладывали деньги, заработанные там, в частном бизнесе, в гражданском, и сделали новые изделия. Сегодня на примере практики у нас 5 автомобилей, допущены к эксплуатации, один пошел в госиспытание. Первый автомобиль за 25 лет Украины. Это частный бизнес сделал, частные деньги. Наши украинские, о том, что депутат говорил, что давайте опираться на себя, на Украине есть деньги, есть возможности. Но в связи с тем, что вот я говорил, что есть что-то хорошее, мы вкладывались, я хотел бы сказать прежде всего о том плохом, что есть. О том, что вот депутат не акцентировал внимание. Сегодня мы говорим о том, что ценообразование мы сделали большой успех. Да, я помню на последнем заседании комиссии предыдущий руководитель Гладковский говорит, это наш громадный успех, мы вместе добились. Теперь мы можем предприятие получать не 1,20, а 5-30% прибыли. То есть реально предприятие получит не 7, как сегодня получает, а уже целых 12. Для чего мы все вместе этого добивались? Чтобы государство сообразило, что мы должны предприятия и государственного сектора, и частного получить хоть чуть-чуть прибыли. Мы истощились уже, эти деньги, которые у нас были, закончились, чтобы развивать что-то новое. Что по итогу? К сожалению, этот механизм не работает. В феврале с голоса была принята поправка, что все, что добились, этого добивались 2 года. Многие добивались, и депутаты, и частный бизнес. Оно все приостановлено, сегодня все вернулось снова 1,20. То есть, к чему это я говорю? Сегодня Украина ровно год потеряет в том, чтобы развивать новую технику, новое вооружение. Ибо тех денег, которые мы получаем под дозу, категорически не хватает, только чтобы выжить. Мы и так рады, мы благодарны стране, что она дает возможность заработать частникам, ну и государственным предприятиям тоже, конечно. Мы защищаем нашу родину, каждый на своем участке, кто-то в окопе, кто-то здесь на заводе, но о развитии нашего будущего никто не думает. В дозе ни копейки, по-моему, не вложено в нанёкры. Никто за эти годы не вложил денег в развитие чего-то нового. Пример дозора. Ведь не вложили деньги в дозор за 3 года. Хорошая как бы машина. Почему она не пошла? Потому что нужно было чуть-чуть вложить денег. Не вложили, и денег таких не будет. Следующее. Мы, Лига, обратились к руководству Нацбанка и рассчитываем, что нас здорово поддержит оборонпром, потому что те проблемы, которые и вопросы есть у участников, они точно такие же у оборонпрома. Одно отличие у нас нет проблемы, как приватизироваться, корпоратизироваться, ибо мы и так частники. Все остальное одинаковые проблемы. Я разговаривал с новым руководителем наблюдательного совета. Он поддержал мою идею. Какая идея? Мы хотим выйти на самый высокий государственный уровень с проблемой, почему мы, получая
кредиты от государственных банков должны платить по 20% в год, если мы выполняем государственный контракт для государства. Причем эти контракты, которые идут под контролем военноприемки, абсолютно безопасно, не рисковые. Мы написали письмо на руководителя Государственного совета Нацбанка. Руководитель Государственного совета Згуровский готов написать его на премьера. И с этой инициативой я прошу депутатов ее поддержать. Дайте нам возможность кредита. Ведь смотрите, нам не дали заработать вот сейчас вот эти вот пресловутые 5% на 1,20, 5,30. Не дали заработать эти 5%. Но я для того, чтобы получить контракт, мы получаем все, участники государственные, условно там 70% предоплаты. А где взять еще 25%? Мы идем в банк и по 20% берем кредит. Что по итогу мы платим 5% коммерческому предприятию, банку. Они у государства ушли. Знаете? Поэтому мы будем настаивать, чтобы государство подумало и давало возможность получать кредиты по минимальной ставке. Ведь это деньги из одного кармана в другой. Никто не останется у нас. Следующий вопрос. Если говорить о деньгах. Мы в этом году хотим начать активно бороться с той дурью, которая называется час, конечно. Не все, сейчас хорошо, в Прозоро. Это касается абсолютно всех, и прежде всего этого же оборонпрома. Мы как будто бы делаем контракты через первый отдел, секретность, а что по итогу? Любой мальчик, сидя где-нибудь там на Урале, студент, 3-5 человек, просто по интернету, четко понимает, как по закрытому контракту оборонпром, который обязан покупать через Прозоро у поставщиков, сколько он купил двигателей. И он четко знает, сколько купили БТРов. Какая секретность? Мы проводим сейчас закупки через Прозоро. Мы в МЧС продали 8 машин для разминирования. Через Прозоро. Бог с вами, там все написано, какая машина, сколько, что она делает, что она везет и так далее, и так далее. То есть, Прозоро хорошо, но не для нашего бизнеса. Прозоро хорошо, там микрофоны, я имею водичку, ручки. Ну, когда делает БТРы, Лубронпром, какой мир Прозор? Это что касается денег. Ну да, это проблема, которая... Все говорят, да-да-да, мы против коррупции. Но зато мы все рассказали нашему потенциальному и реальному агрессору. Следующая проблема, с которой мы с предыдущим руководителем Романовым очень подробно обсуждали и пытались это делать. Я надеюсь, что нового руководителя, та вот, ну, я не могу сказать, дружба, но такие нормальная кооперация рабочая, которая была между частным бизнесом и государством, она будет продолжаться. Вопросы стандартизации. Сегодня что было пробовать, что частный бизнес делает очень приличную продукцию. Сегодня об этом много говорили. У нас хорошие рабочие, хорошие инженеры. И мы готовы ее предлагать на рынок Украины и за границу. Но все слышали о том, что нам поставлена хорошая задача. В 2020 году перейти на стандарты НАТО. Что-то произойдет. Наши Минобороны должны будут покупать продукцию, сертифицированную согласно стандартам НАТО. Наша продукция сегодня соответствует по многим параметрам, но мы это не можем подтвердить. У нас на Украине нет ни лабораторной базы, ни уровня сертификации. Сертификат за границей — это не просто дорого, а безумно дорого. Я вам приведу маленький пример. Я не знаю, сколько будет сертифицировать БТР, но сертифицировать бронированную машину нам братья-славяне предложили цифру 900 тысяч евро и 3 машины. Плюс налоги — это получится, ну, порядка 2 миллионов евро. Для частного бизнеса это неподъемные деньги. Государство должно этим заниматься, кто-то должен это возглавить. Я дважды общался с Турчиновым, он тоже это поддерживает, но реально пока это стоит на месте. Я очень надеюсь, что с господином Бровченко мы нам, эта международная комиссия, этот вопрос поставит как один из самых важных в стране. У нас осталось не так много времени. Я бывший руководитель госстандарта Украины. Я знаю, что эту проблему решить можно. Знаю как. Есть механизмы, и мы будем это инициировать. Ну и чтобы быть коротким, хочу сказать, что мы как бы молчали год, а сегодня, слушай, молодые совсем были, маленькие, сегодня как-то опыта набрались. Мне кажется, что уже давно-давно назрело создание органа центральной исполнительной власти в стране. Сегодня оборонкой, по большому счету, никто так вот основательно не занимается. И фактически, я не хочу говорить лишнего, чтобы Бровченко не обиделся, по большому счету, все сейчас сходится к нему, мы на него почти все молимся. Но я уверен, что у него ни людей толком нет, ни штатов, чтобы такую махину всю поднять. Этот вопрос нужно уже не стесняться, ставить и говорить, да, нужен орган исполнительной власти.
Без этого уж дальше никуда. Раньше он почему-то был, сейчас воюют вместе с Министерством информатики и там чего-то еще. А Министерство информации, ну я даже не знаю, потому что тут никакого, и министра там нет, министра нет и так далее. А страна воюет, промышленность есть, а как бы никто не занимается. На сегодня мне все, спасибо.